Здравствуй, Артём. Привет, Вика. Представь себя, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься в Платину и где живешь. Ну, в общем, меня зовут Артём. Я живу в Кыргызстане, в городе Бишкек, Платину. Я работаю на позиции фуллстек-разработчика. Вот. Ну, как-то так. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно Платину? Ну, в общем, я просто сидел на прошлой работе, и меня уже задолбала эта офисная работа, и мне нужно было больше свободы. Поэтому Платинум предложил такие интересные условия, то, что на удаленке можно работать, не ездить в этот душный офис. Вот, и мне это очень понравилось. Тогда скажи, пожалуйста, есть ли у тебя сложности в работе? Сложности, наверное, как и у всех, одни и те же. Это домашний быт, который иногда отвлекает. Но просто вовремя ограничиваешь это, и тебя особо это не цепляет и не отвлекает. Поэтому особо проблем нету. Я тебя поняла. Теперь блиц-опрос, коротенькие вопросы. Давай. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимый фильм? Любимый фильм. Наверное, все фильмы с Робертом Дауни-младшим. Классный актер. Назови, пожалуйста, три вещи, которые ты делаешь лучше всего. Ем, играю в баскетбол и довожу людей. До чего ты доводишь людей? Я иногда могу так выносить мозг. Очень часто задаю вопросы, 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 и они не терпят этого. И просто не вытерпливают и начинают беситься. Очень Но интересно. это просто отголоски профессии, наверное, когда ты становишься немножко дотошным. Есть ли у тебя девиз по жизни? Нет, в этом плане нет. Ну, не. Сложно Что будет бы с девизом, потому что нужно будет его следовать. А как бы следовать девизу, это не очень прикольно. Где свобода? ты... Я поняла, поняла. Ты за свободу, да? Во всем. Хоккей или футбол? Баскетбол. Хорошо, я поняла. Свобода, что мне ограничивали даже в выборе, да, двух вещей. Есть ли у Конечно, тебя домашние конечно. животные? Да, у меня есть кот, который уже как неделю пропал, и есть большая овчарка. Мальчик зовут Ясон. В общем, Получается, такой. кота уже нет. Кот, он временно уходит, временно приходит, гулящий сам по себе. Поэтому надо поискать его, наверное. Я поняла, чтобы он не был там голодный, что ли. Скажи, пожалуйста, последний вопрос. Что у тебя ассоциируется с Японией? С Японией. О, это сакура, аниме, что еще? Фудзи и красивые узкие улочки. Это прям моя слабость. По ним Для гулять это любовь. супер, да. Спасибо большое. На этом Тебе все. спасибо. Хорошего тебе дня. И тебе тоже. Пока-пока.